куда пропала Маруся сериала «Леди Дианы». Вы все заметили, что Оля, которая играет роль Маруси, давно не видно. Сначала все думали, что девушка ушла временно. Причин может быть много. Заболела, уехала отдыхать. Но времени прошло уж слишком много. И сейчас понятно, что Оля ушла из сериала. Недавно у нее была трансляция в Инстаграм. Многие ее подписчики спрашивали, вернется она или нет. Оля проигнорила все вопросы, касаемые сериала и ее возвращения. Можешь выйти, можешь нет. Подождите секунду, ребят. Единственное, что она ответила, что уже работает, а не учится. Насколько я понимаю, Оля закончила школу еще в прошлом году. Об этом она приходила на последний звонок поздравить своих друзей. Кстати, выпускался класс, в котором много актеров из сериала «Дианы». Если вы не видели это мое видео, где я об этом рассказываю, обязательно посмотрите. Кстати, напишите в комментариях, какой класс ты сейчас перешел. Сравним, каких классов будет больше. На этом все, жду вас в следующем выпуске. Yeah.